Завершился очередной промежуточный этап пробега «Дороги России», который проводится в рамках ресурсного испытания синтетического моторного масла «Лукойл Авангард Профессионал XLE-10V40», предназначенного для новейших двигателей коммерческой техники уровня Евро-6. Тягач Ford Trucks F-Max с полуприцепом, загруженным балластом 15 тонн, прибыл в столицу Башкирии. Город Уфа расположен в 100 километрах к западу от хребтов Южного Урала, на берегу реки Белой, при впадении в нее рек Уфы и Демы. Это самый просторный город-миллионер России. В 2010 году на одного жителя приходилось 698 квадратных метров городской территории. Маршрут пробега был проложен с Дальнего Востока в европейскую часть страны по трассе М5. Дорога вполне приличная, за исключением Челябинской области, очень плохого качества дорога. Встречается много ремонтов, незаконченных реконструкций. На подъезде к Уфе заметили протяженный участок дороги реконструкции. Срезают скалы, деревья, убирают, готовят к дорожным работам. Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал» соединяет Челябинск и Москву. Протяженность трассы 1879 километров. Это одна из старейших автодорог страны. Первый ее участок, от Москвы до Рязани, был построен, вернее, адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов. Буквально сразу после Челябинска трафик становится более активным. И такое ощущение, что инфраструктура не справляется. Да, есть кафе, есть мотели и есть стоянки, но многие кафе закрыты, видимо, не пережили первую волну коронавируса. И много стоянок не таких качественных, как здесь, где асфальт, а просто посыпанных щебнем, которые со временем просто превращаются в такое болото. И все равно приходится дальнобойщикам стоять на этих стоянках. Экипажу пробега «Дороги России» до финиша осталось совсем немного – около 5000 километров. Уже в Москве будет взята последняя, четвертая за 30 тысяч километров пробега проба синтетического моторного масла «Лукойл Авангард Профессионал XLE-10V40», после чего будет проведен сравнительный анализ проб.